Сегодня в Тюмени чествовали работников скорой медицинской помощи. Почетные грамоты и памятные подарки за самоотверженный труд получили 25 человек. Это медики, водители и диспетчеры. В их адрес звучало много слов благодарности, а творческие коллективы подарили концертные номера. Отмечу, что церемонию награждения приурочили ко Дню скорой помощи. Его в Тюмени отмечают впервые. Сам праздник был учрежден в прошлом году в разгар пандемии. Всегда приятно признание твое приятно. Но это как бы серьезная моя первая награда. Большая такая за 27 лет стажа уже у меня на скорой. Сразу после училища. По династии пошла, наверное, уже по призванию туда пошла. Я уже третий член семьи, который работает на скорой. В Тюмени собрались работники службы со всей области, даже из отдаленных районов. Среди них есть как начинающие, так и опытные специалисты. Это люди, которые самопожертвованием занимаются, потому что никаких доплат тогда не было. Но сами люди пошли в первых рядах бороться с этой инфекцией. Это были добровольцы. Практически большая часть наших сотрудников первые стали на защиту нашего населения. Александр Мур поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что на счету специалистов тысячи спасенных жизней. Также глава региона подчеркнул, цитата, «Трудно представить жизнь без скорой помощи. Бригады медиков выезжают на вызовы в любую погоду и в любое время суток. Эта работа требует не только высочайшей квалификации, но и самообладания, сострадания, терпения и самоотверженности». Конец цитаты.